Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у меня для вас сюрприз. Замечательная женщина Лилия Гладченко, я думаю, многие ее знают, прислала фотографии осенней поры в Луганске. И она снимает настолько красиво, настолько захватывающие ее снимки, настолько она умеет разглядеть вот эту красоту и передать, что... Я у нее попросила разрешения поделиться с вами, и она любезно согласилась. Лилия, большое вам спасибо. Ваши снимки просто бесподобны. Я с удовольствием любуюсь вот этими схваченными кадрами этой осенью, этим воздухом. Вот мне кажется, через эти фотографии можно даже осенним воздухом подышать. В общем, потрясающе. Я немножечко умолкну, вы посмотрите под музыку и послушайте, а в конце я вам предоставлю обзор покупок на блошином рынке. Наслаждайтесь. Спасибо огромное, Лилия, за предоставленное удовольствие. Ну, а теперь переходим к обзору находок. Находка номер один. Вот эта замечательная брошь. Я все-таки берусь утверждать, что это Джулиана. Смотрите, как она великолепна. Трехмерная брошь. Многослойная, скорее всего, да, нужно сказать. Потрясающей красоты кристаллы, ну просто, они великолепны. Я, честно говоря, такую брошь еще не видела. И здесь я показываю оборотную сторону. А если кто-то может определиться с маркой, но я все-таки уверена, что это Джулиана, так утверждала продавщица, но мы уже один раз попадались, в общем, кто знает. И вот следующая брошь. Замечательная, нежная, чудесные розочки. Розочки обожаю. С такой милой, интересной, очень сделанной жемчужной подвеской. В очень хорошем состоянии. Стоило мне всего $3. Кстати, я забыла сказать, что брошь Джулиана мне влетела в 40, но я не могла устоять перед той красоткой. Ну, а это великолепная брошь от AJC. Котик, который когтями зацепился за вывешенное белье. Такую брошь я, честно говоря, никогда не видела. Пройти мимо нее я не смогла. Вот. Ну и моя мечта еще сбывшаяся, это браслет микромозаики. Чудесный браслетик. Я давно о таком мечтала. И стоимость его была всего $25. Я считаю, что для такого шикарного браслета это, ну, просто великолепная цена. Так, и следующая у нас покупочка – это пошли камеи. С камеями повезло просто несказанно. Ну, несказанно. Вот эта камея и две следующие, правда, они без оправы, мне стоили $30 плюс ожерелье с покрытием АБ. Сейчас вы его увидите. Но я считаю, что это просто сказочная цена. Вот пошла вторая камея. Девочка индейского происхождения, да? Красивая камея. Я таких, честно говоря, никогда не видела. Хорошая работа, деталировка. Все прекрасно. Еще вот эта третья камея тоже мне очень понравилась. Но я выбирала самые красивые. Она, конечно, без оправы, но я знаю, как сделать оправу. И я покажу вам окончательный результат. Вот. Ну и великолепные вот эти бусы, которые тоже шли в комплекте. Там, по-моему, да, там 5 аж рядов. Очень красивые бусы.
Продавец так и сказал, что они родом из 50-х годов. Так что, говорит, вот за 2 доллара добавьте и заберите. То есть тридцатка, вот 3 камеи и эти бусы. Я не знаю, что случилось. Наверное, мы с мужем ему понравились. Потому что цена просто великолепна. И у меня в коллекции не так много таких бус с покрытием АБ. Так что думаю, что очень неплохая находка. Ну и еще попался мне такой вот браслетик с из дамаскинов, да. Ну, в общем, это как бы и все находки. Их было, как я говорю, немного, потому что с мужем сильно купить невозможно. Вот здесь замечательная брошь. Это вот все комплект дамаскин. Брошь с замочком тромбон. У меня такой не было, так что я очень рада. Ну, вот, в общем-то говоря, и все находочки. Ну, там кораблик вот еще попался, но, как бы, как говорится, всего ничего. Но я все равно очень-очень рада. Спасибо вам и всего доброго.